Главное содержание урока – это работа над музыкальными произведениями, потому что в процессе этой работы у ученика формулируются основы исполнительского мастерства. Помимо этого, необходимо уделять время на работу над техническими навыками, четкость листа и ознакомлением с новыми произведениями. Для этого необходимо структурировать урок, потому что четкое планирование урока дает возможность педагогу рационально использовать каждую минуту своего занятия и также делать урок более продуктивным. В начале урока необходимо проверить домашнее задание, то есть ученик исполняет произведение от начала до конца, при этом педагог не должен делать замечания во время исполнения или останавливать его. Дальше педагог начинает основную работу, это работа над музыкальным произведением и над техническими навыками, которые были связаны с этими произведениями. Также немаловажную часть занимает именно ознакомление с новыми пьесами. Вначале педагог и ученик рассматривают ноты и выясняют художественные особенности исполнения этого произведения. После этого ученик начинает исполнять это произведение на инструменте. В конце урока педагог делает итоги. Исходя из них, он дает следующие указания и новое задание для ученика.